кто больше всех сдавал кровь, женщины или мужчины? Я могу точно сказать сейчас. Даже точно, у вас уже есть цифры. Да, 74%. Были мужчины. Мужчины, да. Более 100 тысяч литров крови в Ингушетии завершилась донорская акция «Марафон донора». Поступает сообщение о том, что ваша кровь спасла чью-то жизнь. Этим сообщением многие вдохновляются и готовы еще раз приходить, участвовать в именно донорской акции. Неплательщикам стоит поторопиться. Последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год – 1 декабря. У нас очень большая задолженность. Порядка 850 миллионов. Это чисто по имущественным налогам. Как объясняют свое нежелание платить? Все очень смешно. Поговорим об итогах проведенной на территории региона акции «Марафон донора», а также расскажем о порядке, способах и сроках уплаты имущественного налога. Смотрите сегодня. Главное – 19:30.